Ну что, вот и наступил очередной вечер моей поездки. Маленько шумновато, но здесь блин, парковка фур дальнобойщиков. Поэтому у некоторых работают рефрижераторы и идет такой шум. Я тоже уже расположился полностью. Там у меня палаточка. И машина стоят. Вот таким вот образом все это выглядит. Блин. Фокус, наверное, пропадает. В общем, выглядит все это вот таким образом. Сейчас чайку попью. Тут заправка Татнефть. Скажу, сейчас там умоюсь. Ну и все, не буду спать на сегодня. Так как бы, блин, ну, поездка более-менее нормальная. Пока идет все хорошо. До Ростова осталось где-то примерно километров 50. Как раз завтра днем я заеду в Ростов, прокачусь по Ростову. Может быть, посмотрю какие-то достопримечательности. Ну и все, и выдвинусь как бы дальше. Планы такие. Маленько подустал, конечно, за день. Сегодня еще там человек помогал машину толкать. Одному, блин, молодой парень, блин, на оке едет в Москву и купил оку старую, блин, за 30 тысяч рублей. И на 105, ну, 142 километр был, стал он там на заправке и больше не завелся. Вот такая ситуация. Ну, помогал ему чуть-чуть. Пробовали переставлять аккумулятор, он думал, что у него аккумулятор как бы накрылся. Аккумулятор не прокручивает, я говорю, у тебя стартер накрылся или двигатель заклинивал. Ну, в итоге поменяли ему, блин, мой аккумулятор, поставили на его машину. Ну, это никакого эффекта не дало. То есть так же туго не прокручивался двигатель и все. Я говорю, давай попробуем с толкача. Ну, и там еще дядька один помог. Мы втроем как бы ее растолкали, нафиг. Ни на одной передаче двигатель не прокручивается. Ни на второй, ни на третьей, ни на четвертой. Ну, то есть что-то там у него случилось. Либо помпу клинануло, ну или, блин, не знаю даже, двигатель сам. Телефон у него севший, не знаю, есть у него деньги вообще, блин. Ну такой интересный парень. Вот. Чуть-чуть подзарядил ему телефон. У него даже шнура, по-моему, нет зарядки, чтобы зарядиться. Вот. Подзарядил ему телефон, ну и все. Потащить я его точно не смогу. У меня и так прицеп. Там как бы, блин, в горке я выбираюсь. Но с прицепом нормально выбираюсь. Даже тут очень много зерновозов, я их, ну, в принципе, обгоняю в горках. А так, еще, блин, тащить машину следом, ну, блин, жужелет, наверное. Может быть, конечно, и осилит, но, блин, зачем его как бы насиловать тоже. Поэтому